Хей, я Окей, с вами Шимкин, и сегодня мы поиграем в игруху, которая называется Avaland. Так, не знаю, мышка походу не работает, да? Только клавиши, ну-ка. Настройки нужно было залететь. Так, теперь у вас есть клавиша вправо. Похоже, какой-то сундук переграждает путь. Клавишка вправо, ага. Теперь у вас есть клавиша влево. Всегда ходите только вправо. Так. Ходить только вправо скучно. Хорошо. Теперь у вас есть движение в 2D. Отлично, вам все равно некуда идти. Теперь у вас есть базовая... Так, прокрутка. Вы ведь хотите видеть, куда идете? Конечно. Так, подожди. Да, сейчас я быстренько... Сделаем все шикарненько. И посмотрим, как здесь. Да, музыка, в принципе, играет, но хотя можно немного потише сделать. Я хочу просто нормализовать музыку. С записью игры, да, чтобы было все нормально. Давайте вот так, ладно. Так, надеюсь... Ай, ладно, плевать. Так, так... Хорошо. У нас камешки. А теперь у вас есть звуковые эффекты. А так игра как-то поживее. А у нас теперь топот есть. Теперь у вас есть плавная прокрутка. Спасает вас от головной боли. А. Так, я вижу еще сундук. Но мне преграждает путь трава. Теперь у вас есть меч. Теперь вы можете убивать злых монстров и рубить кусты. Ага, кнопочка... Короче, мышка мне не нужна. Давайте ее как-то спрячем. А теперь у вас есть монстры. Будьте осторожны, не дотрагивайтесь до них. Да, у нас такая игра вся пиксельная. Ну, ребят, если что, здесь у нас идет типа революция игры... Да, типа, изначальных лет и пам-па-па-па-пам по возрастанию. Поэтому это понятно, что у нас... Мне кажется, меня будут ваншотнуть, да? Теперь у вас есть музыка, мелодия Эвонда. Так, возглавляет чарт... Так, чарты с 2012 года. Так, там мне прохода некуда. Теперь у вас есть точка сохранения. Это изменит игровой процесс навсегда. Игра сохранена, вы в безопасности. Ништяк. Теперь у вас есть звезда. Соберите все спрятанные в Эволанде звезды. Теперь у вас есть карта летучая мышь. Новая карта для игры в две пары. Какая-то игра в две пары. Скорее всего, найдите по одинаковые карты, имеется в виду. Так, тихо. Теперь у вас есть экран на 16 цветов. Он цвет. Так, мы видели, еще тут сундук где-то был. А, только мне туда не попасть, да? А, видно. Ой, там летучие мыши какие-то. Игра, конечно, немного... Мне, хотя вертикальная синхронизация включена, поэтому не знаю. Там на дереве яблочки растут. Так, игра сохранена. Avaland, a short story of adventures video game evolutions. Эпоха мира и спокойствия пришел конец. Древнее зло снова пробудилось и угрожает миру Эволонди. Вы один из немногих, ставших сейчас членов Ордена Рыцарей Дракона, чья миссия заключается в путешествии по миру и поиске наждения в борьбе со злом. Века безбашенности и покоя ясно говорит о том, что для вас давно не было достойного дела, но, похоже, старые времена возвращаются. Теперь у вас есть сюжет. Так, этот сюжет такой глубокий и богатый.
Так, еще сундук. Теперь у вас есть звезда, соберите все звезды. Ладно. Ну, насчет звезд мы не будем тогда читать, да? Просто будем их подбирать. Теперь у вас есть экран на 256 цветов. Графика почти как и настоящая, не так ли? Ну, смотрите, теперь она хотя бы более-менее плавная, что ли. Игра кончена. Я труп. Я умер, да, я сдох. Хм. Окей. В смысле, а мы ж сохранились там? Разве нет? А, ну правильно стоять. Да-да-да, все правильно. Чертова летучая мышь. Не, и на самом деле вот это будет так сложновато как-то играть. Ой. Теперь у вас есть табличка с надписью. К счастью, кажется, ваш герой умеет читать эти знаки. Так, это будет для сообразительных путешественников. Хорошо. Может сходить сохраниться. Ладно, погнали. Так, проход заблокирован разделительным измерением. Поищите проход на востоке. Теперь у вас есть свободное перемещение. Похоже, настало время для переключений. Смотрите. Кью тоже типа... Тут вообще что-то другие кнопочки, ладно. Мышка не работает, мышка у нас не взаимодействует ни с чем. А, смотрите, камни изменились, я могу сквозь камни проходить. Это игра сох... Ой. Какие-то рыцари. Их можно бить, походу, только в бок. Теперь у вас есть разблокированный путь. Убийство всех монстров иногда может помочь вам в ваших поисках. Теперь у вас есть рюкзак. Кликните по иконке на таб, чтобы его открыть. Так, ну, у нас есть меч. Иконка — это либо щит, либо бомбы и лук. А теперь у вас есть поднебесье. Исследование мира всегда приятно, но остерегайтесь случайных встреч. О, ребят, это у нас пошло уже в стиле чего-то фэнтези, да, такого? Ну, Final Fantasy, я имею в виду. Так, атака у нас 8, защита зелья у нас есть. Теперь у вас есть пошаговая битва. Давайте сменим стиль боя. Эмук, или звук. Змук, змук. В принципе, давайте атаковать. Он какой-то жесткий, слушайте. Нужно было где-то... Вы выиграли 50 гил. Или. Гили, ладно, гили. Гили или. Еще сундук. Слизняк. Атака. Но этот хотя бы по 6 наносит. Ну смотрите, ему нужно... Тоже 50 получаю. Теперь у вас есть режим 7. Появившись в 1990 году, это выглядит действительно эффектно. А. Теперь у вас есть название местности Луг. Вы выучили название всех мест, в которых попадаете. Ой-ой-ой. Подожди, а если я выйду, там же тоже это будет или нет? Видите, там типа сундук есть. Мне, походу, так его не достать. О, ни хрена себе. Ладно, лучше сохраниться. Ну, их победить 100 пудов нужно. Бам, бам. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. В принципе, рыцари не сложные, но только что блокируют наши атаки. Окей.
такое? Ну смотрите, игра 2013, да, там была? Или 12? Ладно, еще раз. Главное сразу двоих не активировать. По одному их хотя бы можно легко запинать. Теперь у вас есть разблокированный сундук. Убийство всех монстров также поможет разблокировать сокровища. Теперь у вас есть деревня. Почему в деревнях всегда так... Так, раздражающая музыка. А, согласен. И даже не знаю почему. Теперь у вас есть NPC. Наконец-то можно с кем-то поговорить. Или нельзя. Давайте, я думаю, походим здесь везде. А, я застрял немного. Но мы пришли в какой-то город. Название которого мы, конечно же, не знаем. Или это лук? Подождите, это, скорее всего, лук. Нет? Так, это выход на улицу. Да, в город, смотри. Деревня Папуника. Со взрослыми неинтересно, они всегда жалуются на нас, детей. Если бы я только съел плод ростом, то перестал бы быть ребенком. Но он упал в колодец, а я слишком боюсь его доставать, там так темно. Ты говоришь колодец, да? Давайте сначала сюда пройдем, посмотрим, что здесь у нас. Может где-то сундук спрятан, либо еще типа того сундук. Теперь у вас есть вход в дома. Теперь вы можете свободно торгаться в частную жизнь людей. Так, сундук. Теперь у вас есть трактирчик. Прекрасная та кровать ожидает вас по прекрасным ценам. Какой-то ты уставший, не желаете отдохнуть в нашей уютной трактире? Тебе это будет стоить всего 10 гил. Нет, ну иметь... А у меня хп, подождите. А, ну мне бы хп восстановить на самом-то деле. Ну хотя, давайте, может, отдохнем. Да. Почему бы нет? У нас хп должно восстановиться, да? Игра сохранена. Ага. И у нас хп плюс еще восстановилось. Хорошо. Идемте далее. Так, здесь у нас никого. Так, теперь у вас есть продавец. Вы всегда сможете потратить свои гиллы с этим парнем. Так, извини, Национальная ассоциация мечников пока не разрешает нам продавать оружие детям. Ага, значит, нам нужно найти где-то вот этот плод роста. Извини, я разговариваю с детьми. Разговаривал. Эх вы, зараза. Видите ли, не разговаривать, они не хотят со мной. Не приставай ко мне, иди поиграй с другими детьми. Ишь, какие они? Извини, не разговаривать с детьми. Это неуважение детей. Теперь у вас есть карта Торг. Новая карта для игры в две пары. Ох ты ж, ё-моё. Ах ты, а я этого не... Так, средство передачи сообщений — это массаж. М. Маклоэн. Очень кстати. Средство передачи сообщений — это массаж. Хорошо. Исчерпывающее руководство по всему. С. Миямото. Какой гений. Маямото. Давайте тогда все смотреть, искать в сундуках. Если у нас оказывается, что еще что-то есть внутри их. Так, и в ящиках нужно посмотреть. Тихо. Этот ящик не посмотреть. Это не исследовать. Здесь у нас просто яблони было. Ты что здесь делаешь? Дети, может, пора спать? Че? Какой ребенок, алло? Если ты не будешь хорошим мальчиком, злой призрак Кевки придет и съест тебя. Кевки? Я знаю, Кавка, типа, ученый. Эта дверь заперта, возможно, там что-то есть. Возможно. Я не спорю. Давайте тогда пойдем в дома сходим по этому.
немного полутаем, так сказать, сундучки. И прыгнем в этот колодец роста. Ну, поищем, то есть, плод роста там. Если он, конечно, там есть. Так. А легенда призрака Кевки. Со словом деревенских жителей. Местные слухи, я полагаю. Еще есть? Нету. Вы нашли зелье. Отлично. Мне интересно, что зелье дает? Походу ничего. Но, так, всего 30 звезд есть в игре. Как спасти мир с кристаллом героев? Энна Сакагурчи. Думаю, мне это не понадобится. Моя борьба, а Зефирус. Не похоже на интересное чтение. Так, больше здесь у нас ничего нету. И у нас остается еще здесь, да, был, кажется, один дом. Да. А все ваши сундуки принадлежат нам. Похожая ошибка в переводе. Как говорится, эмука. KFC. Вкуснятина. KFC. Nice. Мы знаем, что такое KFC, да? Я понял. Вы нашли 50 гил. Отлично. А поняли, к чему это? Типа... Где нам? Эмука? Или звука? Или эмука, или звука? Я не знаю. Не понял точно. Ладно. Неважно. Это курица. KFC, мы все знаем, что такое KFC, да? Это быстрая еда приготовления. Так, спуститься в колодец, будьте осторожны, там очень темно. А, окей, поехали. Теперь у вас есть секретное место. Так, вниз в колодец. Как это, черт, вы здесь делаете? Даже не спрашивай меня этого. О, сундук. Теперь у вас есть карта червяк. Новая карта для игры, две пары. Мы будем с вами все же, как в обычных играх, да, лутать. Возьмите в тот расчет Borderlands. Сколько уже серий вышло, а ничего такого. О! Вы нашли странный плод. Хотите его съесть? Да. Теперь у вас есть рост. Это же всегда происходит с детьми в видеоиграх. Это же всегда происходит с детьми в видеоиграх. Не уверен. Привет. Я слышала много странных звуков из северных пещер. Сходим потом туда. Недавно сюда приходила девочка. Она твой друг? Не уверен. Эта дверь все равно заперта. А, видите, в городах я не могу драться. Так, что скажешь ты мне теперь? Добро пожаловать в деревню Попутникам. Наслаждайтесь своим перебыванием здесь. Если что, можно будет потом сходить пофармить. И добро пожаловать в магазин путешественника. Тратить деньги на здоровье. Так, купить, продать. Продать по 20 зелья, нахер. Купить зелье по 50. Ты что, гонишь? Так, длинный меч. Медная броня. Феникс. Редкая карта. Так, вы купили длинный меч. Сила вашей атаки увеличилась. И что ты еще там продавал? Медная броня. Феникс. У тебя недостаточно гильд. А что это хотя бы? Можно как-то прочесть? Редкая карта, ну, скорее всего, это тоже для игры в пары. Нам нужна медная броня. Я знаю, где ее раздобыть. Погнали с вами, короче, в... А ну-ка, парнишка, привет. Взрослым неинтересно, они всегда же... Если бы я только съел... Я бы стал так... Так темно. Ну, короче, он ничего такого нового не говорит. Погнали сюда искать наших, так сказать. О, а теперь они вдвоем нападают. Атака. Ну, давайте лучше. Ни хрена себе. Вы получили 100 гил. Мне еще нужно одного грохнуть. Убиваем еще одного и можно отсюда идти. Эмок. Халявные деньги, считайте. Быстрые халявные деньги. Так, теперь идемте к мужичку. И купим у него броню. Купить медная броня. Теперь у вас есть обмундирование. Теперь вы готовы к встрече с более сильными врагами. Так, у нас атака 20, защита 5.
Хорошо, он деф у нас есть, атака есть. Ты можем отправляться. О, бочки нету. Остерегайтесь монстров по пути к пещерам. Добро, приятель. Так, нужно было еще, наверное, на хилке, да, нафармить. Ладно. Теперь у вас есть? Так. Что-то, что у меня есть? Я слышал, тут кто-то звал на помощь. Похоже, ее атаковали монстры. Путник? Путник, да, там было сказано? Ну не, они меня быстрее бьют, чем я их. Ну типа, по... там видите, время, где энергия набирается. Он две атаки успевает сделать, а я только одну. Вы заработали 120 гильз. О, спасибо, что спас меня от монстров. Чтобы спасти мой... Так, чтобы спасти мой дом, мне нужен кристалл из пещеры. Ты мне поможешь? Да, а я не могу сказать нет. Теперь у вас есть... Так, вынужденный выбор. Похоже, в сценарии отсутствует правильное ответвление. Кстати, меня зовут... Карис. Каэрис, пускай будет, ладно. Каэрис, теперь в команде. Ну, Каэрис, надеюсь, тебе будет много пользы. Я иду куда-то за сундуком. Нет, я шел в тупик. Каэрис. Атака. Вы выиграли 50 гил. Девчонка. У нее медленнее набирается, типа, ну, так, 50 гил. Ну а что теперь в событи... Так, хрустальная пещера. Нам нужно найти кристалл. Его сила может изменить твое восприятие мира. С его помощью ты сможешь сразить зло, угрожающее моей деревне. Кстати, я только что вспомнил, что забыла спросить твое имя. Так, как же тяжело набирать здесь. Готово. Теперь у вас есть имя. Девочка наконец-то относится к вам как к настоящему человеку. Спасибо. Теперь у вас есть пещерный монстр. Ох, похоже, пещера обитаемая. Блин, теперь они так же будут нападать на меня, ё-моё. А Каэрис мало хп, я вижу. А что за магия? Одна атака. 10. Нужно посмотреть, что у нее вообще так. 20 гил. У нее магия и защита только. Магия 5 урон. Ну, короче, как у нас. Скорее всего, она как саппорта. В виде саппорта у нас будет. Ну, видите, как враги у нас нападают тоже все равно как фэнтези. Вот после этой игры я решил все-таки поиграть в игры в жанре... как они называются? Так, магия. Лечение. А, она хилит двоих и хилит довольно сильно. Пускай, короче, мой персонаж только будет их атаковать, она будет нас просто хилить. Тупик. Не, смотрите, я все равно могу здесь драться. Нуль кобра. Промах. Так. Два урона. Это сильно. Нужно, чтобы она меня потом отхилила. Вы нашли зелье. Ух ты ж, Торг. Слушай, Торг, а ты случаем не из покемонов? Так, Торг убит, но он не атаковал меня еще. Но у нас будет так только происходить, то есть я атаковать не буду. Ей. Просто я не хочу потом после этого сдохнуть. Угу, еще зелье лечения. 50 гил. Ты ж не убьешь. А не убила.
Она каританула. Хорош. Короче, я же говорю, после этой игры я решил поиграть в игры в жанре фэнтези. Там же тоже, по идее, такая же боевка по Шагве. То, типа, ожидайте вскоре тоже прохождение фэнтези, Final Fantasy серии игр. Только не знаю, с какой. Там же, типа, есть последний, который, типа, с открытым миром. С нормальной боевкой. Давайте влево. Сундук. Очки опыта. Теперь вы... Так, во время боя вы получаете опыт. Хорошо. Лечение. Промах. Давай атака. Ага, Шимики теперь второго уровня, его атака увеличена. Эрик теперь второго уровня, ее защита увеличена. Она численность, типа, в виде саппорта. Показано как. Промах. Ой-ой-ой-не-не-не, маги-маги, хильсы. Ну, она, получается, только 15 отхиливает максимум. А как посмотреть опыт? Сколько мне опыта? Типа, до апа. О, тихо, сумка. Только... Пускай лечит лучше себе. Готово. Звезда. Побежали. Сейчас снова встретимся, да, с этими гамниками. Угу. Ну, у него сильная очень броня. Этого животного. Давайте, главное, он меня атакует. А вот они ее не пробивают. А меня пробивает сильно. Ну и мы сейчас полностью отхилимся и... Думал, у меня хватит скорости, чтобы убить его. Второго-второго уровня повысились. О. А теперь у вас есть источник жизни. Немного свежей воды может излечить ваши раны. Сохраните игру, да? Не, вот это, конечно, будет бесить, если они будут через каждый шаг нападать. Ладно, потом нападали, я не знаю. Через определенный промежуток. Теперь у вас здесь где-то что-то произошло. Хорошо, но где? Убивать. Мы ее хилим. Ну, это обычная тактика, типа, я буду им бить, а ее лечить. Все. Мусорщик. Карта мусорщик. И главное, ты не можешь понять, как сделать так, чтобы на меня не нападали. Но нет промах, видите? Зараза. Где-то что-то произошло. Снова ты. Торг. Ну, здесь, смотрите, тоже свои какие-то такие пасхалочки есть в игре, поэтому нормально. Так, так, жизни, жизни увеличились теперь. Выпад, так. Пробудились стражи кристалла. Призрак Кефки. О, похоже, это сильный. Он был стражем кристалла много веков. Но похоже на него так повлияла какая-то злая так, сила. Очень похоже на то зло, что напал на мой дом. Давай так, заберем кристалл, нам нужно его с силом. Похоже на хороший план. Но это типа босса, смотрите. Так, но я не вижу смысла. Так, теперь у вас есть анимация босса. Теперь он выглядит более опасным. Да, он теперь выглядит более опасным. Хрена себе!
Нет, 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 могу вернуть. Фух, могу, на эскейп. Пускай она лучше хилит себя, а то сейчас сдохнет. Не, здесь нужно хилиться. Он стал призраком. Призрачный удар. Так, ладно, магия. Хилимся. У меня сколько? Только 101 хп? А нет, 105. У нее 75. Но он наносит очень много, поэтому нужно хилиться. Ты что, ты меня бьешь? Эй. Бей лучше ее, не меня. Призрак Кевки. Я буду его Кавкой называть. Лучше по нее хил улучшился. А хотя подожди, она теперь по 18 хилит. О, теперь у нас с ней хп одинаковые. Ах ты жопа. Не, ну босс какой-то слишком мощный по хп. Я его почти не убиваю. О, убил. 400 гил, 20 единиц опыта. Сила кристалла активирована. Вау, теперь у вас есть 3D режим. Вы получили целое третье измерение. Сила этого кристалла просто невероятна. Теперь я чувствую себя способным сразить зло, напавшее на мой дом. Но нам придется, так, пересечь шахты Нории, чтобы попасть туда. Спасибо за помощь. Ты мой герой. Слушай, давайте я помогу до конца. Сила этого кристалла просто теперь чувствую. Так, 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 спасибо, ты мой герой. Долина Эдель. Ну что, ребят, я думаю, давайте, наверное, на этом моменте закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока.